Здравствуйте. Меня зовут Елена Александровна Степанова. Я представляю Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского. И я расскажу о сложности дифференциальной диагностики опухолей уха и основания черепа. Итак, с чего все начинается? Как правило, клинически, ну и рентгенологически, все начинается с эксудативного отита, который плохо поддается лечению. И такие пациенты, как правило, к нам и приходят. Они жалуются на проблемы с ухом, и задача именно наша, как рентгенологов, не подтвердить, что да, действительно, в среднем ухе есть проблема, а выяснить, не является ли средний эксудативный такой плохо поддающийся лечению отит айсбергом, верхушкой айсберга, и не скрывает ли он под собой какие-то другие, более серьезные изменения. Итак, мы видим с вами классический эксудативный отит на первый взгляд. Смотрите, есть заполнение клеток сосцевидного отростка субстратом, в проекции барабанной перепонки даже есть шунт, мы с вами очень хорошо его видим, значит, в принципе, как бы пациентку пытались уже лечить неоднократно от эксудативного рецидивирующего отита. Но если мы с вами посмотрим очень внимательно на нижние отделы пирамиды, на базальные отделы пирамиды височной кости, то мы увидим деструктивные изменения верхушки. И это, конечно, ни в коем случае нельзя пропускать, что, собственно, произошло при неоднократном исследовании височных костей. Конечно, мы нацелены на поиск патологии среднего уха. Мы очень внимательно оцениваем с вами патологию среднего уха, отсматриваем там все максимально прицельно. Но иногда забываем, что мы должны посмотреть всю картинку. И основание черепа — это как раз та зона, на которую нужно обращать очень-очень прицельное внимание. Посмотрите, какая огромная менингиома скрывалась вот за такими изменениями, которые, в принципе, хорошо видны в костном окне. То есть там нельзя говорить о том, что мы пропустили только потому, что исследование только в костном окне. Нет, это все прекрасно видно. Посмотрите, огромная менингиома, которая распространяется и в среднюю черепную ямку, и в заднюю черепную ямку, и в основную пазуху, и, соответственно, в полости среднего уха уже прорастая, и со стороны средней черепной ямки, и со стороны, возможно, костного устья слуха трубы. И понятно, что такая длительно растущая опухоль, она вызывает такие серьезные изменения со стороны среднего уха, больше никаких жалоб пациентки не было, исключительно она жаловалась на постоянные вот такие вот рецидивирующие проблемы с ухом. Это большая менингиома. Еще один так называемый эксудативный отит. Да, все то же самое. Здесь мы даже уже видим с вами некую хоронизацию изменений, то есть уменьшение количества клеток в сосцевидном отростке, да, уплотнение его, некое склерозирование. Есть огромное количество субстрата, почему этот субстрат явно с пузырьками воздуха, то есть явно это эксудат. А мы видим пузырьки воздуха по ходу костного устья слуховой трубы. То есть все, в принципе, складывается в пользу, опять же, эксудативного отита. Но посмотрите внимательно на заднюю поверхность, на заднюю грань пирамиды. Посмотрите, мы видим с вами периостальную реакцию. Какой эксудативный отит будет сопровождаться периостальной реакцией? Это странно, это нонсенс. Мы, когда делаем МРТ, мы снова видим большую менингиому, которая, собственно, здесь уже не такая гигантская, как при первом случае, и в отличие от первой пациентки вызывает не деструкцию, а именно вот такую вот периостальную реакцию тут задней грани пирамиды. И, конечно, точно так же распространяется в полость, в барабанную полость, вызывая реактивный эксудативный отит, который плохо поддается лечению, и, опять же, я повторюсь, является первым, часто единственным клиническим симптомом вот таких вот неприятных изменений в задней черепной ямке. Еще одна такая же похожая пациентка, точно так же жалобы на эксудативный отит, и мы с вами видим некие деструктивные изменения, если не пропустим, конечно, оценивая все в симптом в комплексе, мы видим с вами деструктивные изменения в области уже передней поверхности пирамиды височной кости, то есть это основание средней черепной ямки. И это точно такая же менингиома. Она, правда, выглядит немножко по-другому. Мы видим с вами, что есть утолщение такое, очень-очень незначительное вертинообразное утолщение менингиальных оболочек. И основная масса опухоли, это верифицированные все вещи, основная масса опухоли расположена именно в полостях среднего уха, то есть она занимает весь эпитимпанум, мезотимпанум барабанной полости, а вот уже на уровне гипотимпанума, конечно, это все воспалительные изменения. Посмотрите, очень хорошо видна вот здесь вот край этой опухоли, менингиальная толщинная оболочка, мы ее срезаем неровно. И вот масса опухоли в полостях среднего уха. Да, это, конечно, более казуистический случай, чем предыдущие два, но, тем не менее, это тоже менингиома. Еще одна ситуация. Молодой мужчина, мы точно так же видим односторонний эксудативный плохо курабельный отит, который постоянно рецидивирует.
смотрим внимательно на основание черепа. Посмотрите, даже вот в таком режиме, даже, в принципе, в режиме визуализации костных структур, в костном окне мы очень хорошо видим отсутствие нормальной дифференцировки основания черепа. Посмотрите, крыловидные мышцы, длинная мышца, парафарингеальное пространство, как хорошо дифференцированы слева, и абсолютное отсутствие этой дифференцировки справа. Так что для нас не должно быть оправданием то, что мы делаем исследование только в костном окне. Конечно, эти изменения, тем более такие распространенные, они прекрасно видны и в костном окне. Посмотрите внимательно на крылонебную ямку. Здесь она имеет абсолютно нормальную структуру, а здесь, посмотрите, она выполнена чем-то более плотным, чем жировая клетчатка. И, естественно, расширение видеоканала, которое тоже должно нас очень-очень насторожить в плане наличия именно вторичных изменений в полостях среднего уха. А уж если мы поднимаемся выше и видим выраженное расширение овального отверстия, все, собственно, пазлы сошлись, мы должны искать с вами опухоль основания черепа, и это классическая картина назофарингеального рака. Даже у молодого человека это бывает. Посмотрите, мы видим очень хорошо опухоль боковой стенки носогнутки и распространение вот такое вот выраженное расширение и накопление нервом на уровне овального отверстия, что, собственно, подтверждает те изменения, которые мы с вами увидели на КТ, и это переневральная инвазия опухоли. Рак носогнутки. Еще одни изменения, еще один якобы, казалось бы, эксудативный отит, но внимательно смотрите. Точно так же отсутствие дифференцировки, которую мы видим на уровне наружного основания черепа, мы не видим дифференциацию парафарингеального пространства, ну и, в общем, некое увеличение объема мягких тканей тоже по области свода и боковой стенки носогнутки. Если мы внимательно присмотримся, мы видим точно так же с вами деструкцию ската, которая должна нас насторожить в плане того, что это не простой эксудативный отит. То есть, здесь есть более серьезная проблема. И эта более серьезная проблема является некротическим наружным отитом. Здесь, безусловно, клиника. Это, по сути, остеомиелит основания черепа, то есть массивная инфильтрация без четких контуров. Да, конечно, дифференцировать надо прежде всего с опухолью, но вот наличие таких вот жидкостных ограничений больше говорит нам в пользу именно воспалительного процесса. Потом мы с вами хорошо должны помнить о том, что все-таки эксудативный наружный отит, он достаточно быстро течет, в отличие от назофарингеального рака, то есть клиническая симптоматика разворачивается быстро, страдают пациенты, как правило, иммунокомпрометированные, чаще всего это возрастные люди, и с наличием сахарного диабета. Клиника начинается исподволь, сначала это наружный отит, который могут они даже пропускать, потом это средний отит, который они очень хорошо помнят. И вот уже при наличии вот такого вот массивного инфильтративного поражения основания черепа, конечно, тут уже массивные жалобы в основном со стороны черепно-мозговых нервов, потому что в первую очередь страдает лицевой, а дальше каудальная группа черепно-мозговых нервов. Это очень тяжелое клиническое состояние. Если бы мы не обратили внимание с вами на СКАТ, на деструктивные изменения основания черепа, то мы, собственно, пропустили бы эту грозную патологию. Еще одно, но на самом деле это не наше наблюдение, потому что встречается редко, вот к вопросу о назофарингеальном раке. Что мы с вами видим? Мы с вами видим инфильтрацию трубного валика, инфильтрацию ямки Ресмюллера, явный инфильтративный процесс. Да? В первую очередь, о чем мы думаем? Безусловно, назофарингеальный рак. Есть распространение опухоли по ходу костной устья слуховой трубы и точно так же в барабанную полость, что прекрасно видно при МРТ. Но это гранулематоз вагинера. Помните о том, что иногда некие вот такие гранулематозные воспаления могут давать картину именно картину, очень похожую на опухоль, и нам дифференцировать это практически невозможно. Единственное, что вас может толкнуть на мысли, это отсутствие классической клинической картины со стороны осмотра, со стороны лор-врача, когда он говорит, что нет, это не классический назофарингеальный рак, и отсутствие лимфоденопатии с признаками некротической трансформации лимфатических узлов, потому что мы помним о том, что носоглотки все-таки это меньший процент, чем на уровне рота, глотки и гортани. Но, тем не менее, основные раки – это плоскоклеточные раки, которые характеризуются именно вот таким вот деструктивными изменениями лимфатических узлов. То есть у них появляются полости распада. А еще одно интересное наблюдение, посмотрите, это молодой человек, маленький даже, я бы сказала, человек, возраст дошкольного, мы видим с вами массивные деструктивные изменения основания пирамиды височной кости, которые распространяются в том числе на скат и на большое крыло основной кости. Посмотрите, мы видим, что область мягкотканного образования, которая накапливает активный контрастный препарат, она существенно больше, чем если бы мы с вами
просто приблизительно очертили предварительные какие-то объемы этой пирамиды. Явно здесь есть мягкотканное образование. Это очень хорошо видно на фронтальных реконструкциях. И первое, о чем надо думать у маленького ребенка, это, безусловно, рождение саркома, которое также бывает в этом возрасте очень часто. А вот другой пример. Тоже мы видим маленького ребенка. И тоже, в принципе, клинически все начинается с эксудативного отита, но здесь у нас деструкция верхушки пирамиды, явное деструктивное изменение, но эта деструкция не выходит, то есть мы видим некую инфильтрацию, которая не выходит за пределы верхушки пирамиды. Нет этого плюс ткани, нет масс-эффекта. Кроме того, мы видим глубокий абсцесс в области основания черепа, ну и триада симптомов, естественно, клиническая, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография позволяет нам предположить симптом Граденига или апикальный петросит данного ребенка. У него действительно все восстанавливается с течением времени. А верхушка пирамиды вообще одно время была просто камнем преткновения, и такая двоякая ситуация возникала. Либо все писали, что там есть опухоль, либо все не видели никакие изменения в этой верхушке. То есть вот как-то странно мы интерпретировали полученные данные. Значит, здесь достаточно все просто. То есть мы должны исходить из того, есть расширение кости или нет расширения кости. Если нет расширения кости, говорить о каких-то опухолевых изменениях, безусловно, малоприемлемо. Если мы видим особенно пузырек газа, то чаще всего это бывает эффузия в пневматизированных клетках или жидкостная ловушка, и, в общем-то, не представляет никаких сложностей дифференциальной диагностики. Помним о том, что здесь бывают выраженные, причем очень сильно выраженные арахноидальные грануляции, и тогда, даже если вы при компьютерной томографии предполагаете некую костную деструкцию, хотя сложно себе представить, что костная деструкция обладает таким вот фестончатым контуром по краю именно пирамиды височной, верхушки пирамиды расположена, но при магнитно-резонансной томографии становится все очевидно, мы прекрасно видим с вами, что это обычный МР-сигнал от ликвора, который, в общем-то, совпадает с ликвором, нет никакого ограничения диффузии. Если так уж переживаете, можно ввести контрастный препарат, но здесь можно, в принципе, все это оцените без контраста. При крупной арахноидальной кисте может возникнуть и клиника, то есть это может быть спонтанная ликворея. Посмотрите, огромная арахноидальная киста, и она привела в определенный период к формированию менингоэнцефалоцелия, естественно, сопровождающегося неприятными изменениями у пациента, требующие оперативного лечения. Вздутие, увеличение объема вздутия. Самая частая ситуация – это мукоцели. Мукоцели, уже в отличие от всего остального, что я вам демонстрировала, уже будет приводить к клинике, и поэтому вопрос о том, будет ли лечиться как-то хирургически, безусловно, это вопрос к отохирургам, к нейрохирургам, тем людям, которые оперируют на основании черепа. И это не нам с вами решать. Но, в принципе, это доброкачественный процесс, который будет характеризоваться вздутием, вот такой вот деформацией от давления. И вот эта классическая картина мукоцели, на самом деле, я не видела такую никогда. Как правило, это все-таки имеет сигнал, МР-сигнал, как сигнал от жидкости. Просто мы говорим о том, что есть увеличение объема вздутия, и не сохранены вот эти вот ячейки, костные перемычки между клетками. Естественно, потому что здесь вот формируется такая вот слизистая киста. А что еще характеризуется увеличением объема и вздутием? Это холестеатома верхушки, она часто встречается тоже, и мы знаем, что, как и все холестеатомы, она будет характеризоваться выраженным ограничением диффузии при и эхопланарной, и неэхопланарной диффузии, и холестериновая гранулема, которая, в отличие от холестеатомы, не будет так ограничивать диффузию, и будет иметь высокий сигнал и на Т1, и на Т2 взвешенных изображениях. Но помним о том, что на уровне верхушки встречаются некие казуистические образования, которые вот не укладываются в наш такой вот классический короткий дифференциальный диагностический ряд часто встречаемых патологий. Там встречаются шваномы, и вот буквально недавнее наше наблюдение, вот такая вот деструкция. Тоже можно подумать о том, что здесь есть некое вздутие. Явно она распространяется в наружный слуховой проход и в барабанную полость, по крайней мере, в нижние отделы. Занимает в основном базальные отделы
пирамиды височной кости. Вот на МРТ очень хорошо видна граница этой опухоли и граница тех же ткостных изменений, которые, естественно, есть в клетках сосцевидного отростка и в пневматизированных клетках верхушки пирамиды на уровне верхних отделов, куда не дошло, образование, куда не дошла постная деструкция. Вот хорошо видно, что это, здесь нет накопления контрастного препарата на постконтрастных МР-изображениях, и сама опухоль вот так гетерогенно, не очень активно накапливает контрастный препарат. Это хондросаркома височной кости, очень редкая, редкая ситуация, но, тем не менее, оно встречается. А вот она, наиболее частые патологические изменения именно верхушки пирамиды. Останавливаться на этом слайде я не буду. Он достаточно простой, и все о нем уже, наверное, знают. А вот интересное наблюдение. Посмотрите, мужчина молодой жалуется на шум в ухе. То есть мы с вами видим обычную пирамиду, обычную верхушку сосцевидного отростка, и если мы будем рассматривать с вами заднюю грань, то она как будто изъеденная. Опухоль, возможно, но посмотрите внимательно на эту изъеденность. Она вся имеет такие четкие контуры склерозирования. Посмотрите вот на прилежащее отдело затылочной кости, что как-то не укладывается это в опухолевое изменение. Да, это мальформация, артериовенозная мальформация, которая у него существует достаточно давно, но, тем не менее, вот клинически он пожаловался буквально вот перед исследованием, то есть никто об этом не знал. Очень хорошо видна избыточная патологическая сосудистая сеть в этой зоне, в основном представленная венозными сосудами, которые и вызывают вот такое, вот такое интересное изменение костей. Деструкция в сочетании с обезвреждением. Да, однозначно мы, как правило, считаем, что это остеогенная саркома, и это все правильно. Вот посмотрите, какое интересное наблюдение. Есть некие патологические изменения в височной кости, которые распространяются на чешую, вдоль передней грани, даже на переднюю стенку барабанной полости, в полость височной нижнечелюстного сустава и в область наружного основания черепа. И, собственно, пациентка-то пожаловалась на то, что у нее не закрывается сустав. Лечилась она у челюстно-лицевого хирурга. Биопсия, первичная биопсия как бы дала остеогенную саркому. В общем-то, ничего удивительного не было. Мы видим с вами такую гетерогенную структуру с обезвреждениями, объемное образование, опухоль, которая так умеренно накапливает контрастный препарат. Но вот гистология пришла совершенно, конечно, для нас невероятная. Болезнь депонирования пирофосфата кальция, то есть доброкачественный, длительно текущий процесс, который для нас был совершенно уникальным в плане вот, этой вот, вот этого вот диагноза. Тем не менее, если здесь невозможно было совершенно, конечно, дифференцировать опухолевую природу этих изменений, этой лучевой картины от вот такой вот редкой патологии. Второй раз, если я увижу такие изменения, я, конечно, тоже прежде всего буду думать об опухоли. Это несомненно. Когда мы говорим о полиоссальной фиброзной ситуации, здесь немножечко проще дифференциальный диагноз, особенно если это полиоссальная форма, вот как здесь. Очень большое количество костей основания и свода черепа поражено. И, в общем-то, этот диагноз не представляет никаких особенностей. Единственное, что, конечно, иногда бывает так вот страшно выглядит на МРТ, потому что эти зоны активного изменения, они могут накапливать в том числе контрастный препарат. А вот еще одно изменение, посмотрите. Иногда эксудативный отит бывает всего лишь эксудативным отитом. Да, мы видим некую гетерогенность, которая может быть обусловлена длительно текущим воспалительным процессом, однако вот здесь нет никаких дополнительных образований, которые имели бы другой МР-сигнал в ответ от клеток сосцевидного отростка, и это простой эксудативный отит, иногда так тоже бывает. А вот здесь, посмотрите, обратите внимание, МР-сигнал от сосцевидного отростка, особенно на D2, это очень хорошо видно, он другой, он иной. Посмотрите, в барабанной полости на уровне мезотимпанума мы видим с вами некую структуру, которая имеет более низкий МР-сигнал. Посмотрите, вот это вот по ходу костного устья слуховой трубы тоже жидкость, она смотрится совершенно по-другому. И мы с вами хорошо видим, что при контрастировании это образование накапливает контрастный препарат отлично от всех изменений сосцевидного отростка. И это классическая маленькая тимпанальная глонусная опухоль, которая требует совершенно другого лечения, нежели эксудативный отит. Вообще для лучевых диагностов место, локализация и лучевая симптоматика – это, конечно, самое основное, то, что мы должны четко видеть, четко знать, и это способствует правильному дифференциальному диагнозу. Посмотрите, мы видим некое образование, которое может быть принято за гломусную опухоль. Но нет, посмотрите, гломусная опухоль,
она у нас тропна к еремной луковице еремной вены. В луковице еремной вены нет никаких изменений. И странно, опухоль идет не по ходу еремной вены, она идет по ходу лицевого нерва. Посмотрите, на основании черепа она уходит тоже не рядом, рядом, но тем не менее не вместе еремной вены, а вместе выхода лицевого нерва. Шванома, но для шванома не характерный МР-сигнал мы имеем, особенно на Т1 свешенных изображениях. Нет, это гемангиома лицевого нерва, которая требует немножечко другой хирургической тактики, нежели шванома лицевого нерва. Посмотрите. Вот она шванома, классическая шванома, имеет такой вот гетерогенный сигнал, кистозно-солидный, и так же, как и гемангиома, активно накапливает контрастный препарат. Это мелкая шванома лицевого нерва, она в области коленчатого ганглия и в области внутреннего слухового прохода. В области внутреннего слухового прохода она ведет себя практически так же, как опухоль восьмой пары, и мы можем даже принимать, в некоторых случаях и принимают доктора это за опухоль восьмой пары, вестибулка кохлеарного нерва. Но восьмая пара никогда не будет распространяться, безусловно, по ходу канала лицевого нерва. А здесь четко видна дальнейшее распространение опухоли по ходу и тимпанальной части, и мастоидальной части канала лицевого нерва, который, естественно, склоняет нас к мысли о том, что это не опухоль восьмой пары, а опухоль седьмой пары, то есть опухоль лицевого нерва. А вот деление гемангиомы и шваномы лицевого нерва при компьютерной томографии, оно даже проще, чем при магнитно-резонансной томографии. Посмотрите. То есть мы с вами видим две опухоли. Обе опухоли тропные, то есть они идут по ходу канала лицевого нерва. И обе расположены в области коленчатого ганглия. Но это имеет фистончатые очертания. Абсолютно ясно есть деструкция. А здесь, посмотрите, есть область костной деструкции, изменений кости, но эта область замещена костным матриксом. То есть эта картинка совершенно не характерна для шваномы, она характерна именно для гемангиомы лицевого нерва. Помним о том, что воспалительные изменения в том числе бывают специфическими. Посмотрите, явный воспалительный процесс, есть деструктивные изменения, есть мастоидит, несмотря на то, что практически не выражен, хотя, как нас учили лор-врачи, что не может быть мастоидита в том месте, где отсутствует пневматизированный сосцевидный отросток, тем не менее мы с вами видим явную костную деструкцию с одной и с другой стороны. И это туберкулез. Посмотрите, здесь сформирован даже такой вот небольшой абсцесс. Посмотрите, лимфатические узлы, классические туберкулезные лимфатические узлы с козоозным некрозом с одной и с другой стороны. Маленький ребенок, не бацежирован, и, в общем-то, у него и множественное поражение, ну, не только, естественно, среднего уха с обеих сторон. Гистиоцитоз, который тоже имеет классическую патогномичную картину, поражение вот такого вот пятнистого всей височной кости, и, как правило, двусторонние эти изменения, это тоже верифицированный гистиоцитоз. А вот такая сложная диагностическая ситуация в данном случае. Что мы с вами видим? Мы с вами видим выраженные деструктивные изменения, масс-эффект, потому что косточки среднего уха деструированы. Значит, это имеет, как правило, это хроническое воспаление с наличием вероятных листотомного процесса. Посмотрите, этот процесс распространяется в том числе на костный лабиринт. Мы видим с вами деструктивные изменения в области преддверия, которые идут в том числе на дно внутреннего слухового прохода. Естественно, делаем магнит. Да, подтверждается наша мысль о том, что здесь есть отекальная холестотома, которая, в общем-то, имеет ограничение сигнала классическое, характерное для холестотомы. Но посмотрите, весь внутренний слуховой проход выполнен неким образованием, вот, которое, в общем-то, даже можно предположить, что выходит в область цистерны. И при контрастировании мы видим контрастирование преддверия, контрастирование полукружных каналов и контрастирование всего внутреннего слухового прохода. Естественно, предполагаем о том, что здесь есть сочетание процессов, есть холестотомный отит средний и есть опухоль. Не совсем ясно, естественно, где она идет, но тем не менее это все оказывается воспалением. Конечно, в данном случае очень сложно было дифференцировать такое воспаление от опухолевых изменений, и, наверное, это тоже предел методики. Спасибо за внимание.